Дніпропетровщина із бюджетом на відміну від міського кошторису за обласний депутати проголосували майже одностайно. Як житимемо у 2017-му? Скільки буде чого побудовано та реконструйовано? Про все це говоримо прямо зараз. Мій гість радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же после того, как приняли бюджет, вы на своей страничке в Facebook написали о том, что со следующей минуты команда Резниченко приступает к его реализации и назвали бюджет бюджетом здравого смысла. Хотя, ну я слышал много формулировок развития, там проедания, говорят, пессимист у вас бюджет здравого смысла. Что имеется в виду? <с comuns> ну имеется в виду в то, что, ну, во-первых, постоянство признак мастерства. Мы второй год подряд принимаем как область его первыми в стране, наверное, это показатель чего-то, что мы знаем, что-то такое, чего не знают другие области. Это первое, второе, когда из 100 одного депутата присутствующих в зале 100 голосуют за, наверное, это действительно бюджет здравого смысла и говорит о том, что представители всех районов, всех населенных пунктов области, представленные в облсовете, представляющие избирателей этих регионов и районов, они понимают, что этот бюджет учитывает и интересы их избирателей, и жителей их района. Это очень важно, это говорит, что здесь нет перекосов в какую-то одну сторону, этот бюджет достаточно равномерный, он действительно учитывает основные потребности региона, и кроме того, мы знаем точно, что, а чего нам это стоило. Нам это стоило шестимесячной работы плодотворной вместе с депутатскими комиссиями совет вместе с отдельными депутатами, главами фракций. Мы намотали множество километров по всей области своими глазами, смотрели на все, что мы хотим строить и развивать. И это действительно бюджет здравого смысла. Субвенции из государственного бюджета. Вот пока еще государственный бюджет не приняли, но вы наверняка уже знаете, что будут выделять Днепропетровской области, на что они будут направлены. Две основные субвенции по цифрам. Это субвенция на субсидии, так называемые. У нас по, в области по 500 тысяч семей получают субвидии, субсидии на оплату услуг ЖКХ. Эта субсидия в госбюджет заложена на уровне 3 миллиардов гривен. И 4 миллиарда гривен, это вторая субвенция, такая огромная по размеру, это та, субсидия, та субвенция, которая идет на выплаты малого обеспеченным и семьям с детьми. Вот это две самых больших субсидий. Кроме того, порядка 200 миллионов гривен заложена субвенция так называемая светянская то есть на освиту, на образование, и порядка 1,9-2 миллиарда – это медичная субвенция на поддержание медичной мережи. А почему такой дисбаланс между медиками и образованием? Потому что медицинская субвенция в этом году, как и в прошлом, и во все прошлые года, учитывает зарплату всех работников, всех больниц, находящихся на балансе области, и оплату всех энергоносителей. А вот светянская субвенция с этого года учитывает только, за, только зарплату работников в образовательной сфере. Это означает, что если есть условная школа где-то в районе, в которой есть учителя, и есть там обслуживающий персонал, там, например, завхоз, либо плотник, который что-то делает, то вот им зарплату будет платить областной бюджет. Кроме того, с 1 января 2017 года светянская субвенция не учитывает оплату энергоносителей. А это, это говорит о том, что мы из областного бюджета больше потратим, чем в прошлом году, на содержание... Школ, которые находятся на балансе в области. С одной стороны, нас это, конечно, расстраивает, а с другой стороны, давайте признаем, что это тоже здравый смысл, потому что если у нас произошла децентрализация территориальная и бюджетная, и если люди на местах получили полномочия, они с полномочиями должны получить ответственность, и они сами должны отвечать за, за школы, которые находятся на их балансе. Кроме того, если 20 последних лет никого не волновало, сколько стоит газ, который мы получаем, откуда мы его получаем и сколько мы его потребляем, то, наверное, нужно начать считать. деньги. Деньги государственные в том числе, разумно ими распоряжаться и переводить все школы на альтернативные котельные, как мы это начали делать еще два года назад. И тогда эти затраты не будут такими большими для областного бюджета. А каков размер все-таки областного бюджета? То мы говорим, что это рекордный, как вот в Днепре, например, у нас 10,5 миллиардов гривен. А как в области? В области вместе с субвенциями бюджет составляет в этом году 14 миллиардов. В прошлом году он был 12 миллиардов, то есть у нас рост там порядка ну, чуть меньше 20%. Ну и самые большие статьи расходов, это защищенные статьи расходов? Да, это защищенные статьи расходов, это те же субсидии, выплаты материальной помощи и так далее. Но на самом деле нас, как жители области, интересует только составляющая часть бюджета, которая на, зависит от нас. Первое. Во-первых, нас интересуют собственные доходы. За счет чего формируются собственные доходы? Два, там, три основных источника наполнения. Первое – это налог на доходы физических лиц. Это те люди, которые проживают на данной территории, работают и получают зарплату и платят налог на доход на НДФЛ, так называемый. Это налог на прибыль предприятий. 10% идет в областной бюджет. Это экологический налог. Допустим, экологического налога мы в прошлом году собирали около 200 миллионов гривен. На следующий год мы планируем 415 миллионов гривен. Это говорит о том, что мы научились работать с загрязнителями, мы научились доносить до них о том, что налог нужно платить, в том числе, и нужно заниматься природоохранными мероприятиями. Если ними заниматься не будут, будут платить гигантские штрафы, как Арселор 72 миллиона гривен, которые впервые в истории мы у него выиграли этот штраф в суде. А, кроме того, у нас собственных доходов в прошлом году было 2,7 миллиарда, в этом году 3,3 миллиарда. Это значит, что большее количество мы как область зарабатываем сами. А второй момент, который должен нас как жителей интересовать интересует нас как государственных управленцев, это так называемый бюджет развития. То есть это то, что область может вложить сама в себя, это то, на что строятся детские садики, школы, водоводы, реконструируются дороги, закупается медицинское оборудование. Если в прошлом году мы исходили из того, что по, по году, с учетом всех уточнений и перевыполнений, этот бюджет, ну, точнее в этом, он составляет где-то порядка 1,9 миллиарда, то в следующем году мы рассчитываем, что итого за год, с учетом всех перевыполнений и сессии облсовета, этот бюджет итого будет составлять 2,3-2,4 миллиарда. Это значит, что мы еще больше денег потратим на развитие области. Я, конечно же, смотрела то, что вы публиковали у себя на странице Facebook, опять же, возвращаясь к соцсетям. И там был опубликован проект бюджета, только схематически. Я попрошу сейчас вывести слайды на экран, для того, чтобы мы могли увидеть. Там есть конкретные цифры, сколько чего будет построено. Можете прокомментировать? Ну, смотрите, никогда такого количества строительства не было в области, даже, наверное, в 2007-2008-2006 годах, столько, сколько будет строиться сейчас. Мы очень много строили в этом году, но мы очень много подтягивали тех хвостов, которые остались в предыдущих лет и заканчивали кучу незавершенного строительства. В этом году мы хотим построить 4 детских садика полностью с нуля на 115 мест. Мы нашли под них землю, мы понимаем, где у нас самые большие очереди. Мы хотим построить два больших жилых дома. Один в юбилейном, втором мы будем строить для воина-ватошников в Кривом Роге. Мы хотим реконструировать 6 опорных школ. Что такое реконструкция опорной школы? Это значит, что школа полностью поменяет свое внутреннее и внешнее содержание. Это значит, что она будет нормально выглядеть внешне, когда дети будут идти, они будут видеть веселое здание, неунылое советской постройки, им будет хотеться там учиться. Мы проведем капитальный ремонт, заменим все сети теплоэлектроснабжения, все водопостачание заменим, мы отремонтируем все классы, закупим туда новое оборудование и если успеем... Давайте а... мы посмотрим все Давайте. слайды подряд. Это был слайд, который закладывал свет это спорту, как здесь было показано. Да, кроме того, есть еще карта, это вот где будут капитальные ремонтные работы, да, в каких? Да, у нас два, два, два больш... большое спортивное сооружение, зал игровых видов спорта строится в городе Днепре возле стадиона Трудовые резервы. Мы реконструируем в Софиеве и Покровке два больших спортивных, две, две детско-юношеских детско спортивных школы. Мы строим дом в юбилейном, мы реконструируем бассейн в Кривом Роге полностью, ну то есть капитальная реконструкция, если можно так сказать. Мы строим новый спорткомплекс вместе с бассейном в юбилейном, там возле детского садика, который открывал президент. И возле этого же бассейна мы построим новый жилой дом многоквартирный. Это медицинский да? Медицинский. У нас система создана таким образом, что основные областные больницы находятся в Днепре. У нас есть огромное количество их проектов реконструкции, которые висели последние несколько лет и никогда не доходили руки. Мы начали и практически закончили строить хирургический комплекс, педиатрический комплекс больницы Руднева. В следующем году мы его закончим, причем мы его закончим там к февралю, к марту. И мы заложили Фундамент хирургического корпуса, нового четырехэтажного, там, на расстоянии 20 метров, мы его тоже в следующем году построим. Нас ждет реконструкция хирургического корпуса мечки. Мы будем разрабатывать проект, что делать с соленым лиманом, поскольку его нужно тоже приводить в порядок. Мы будем реконструировать четвертую больницу и будем реконструировать областную офтальмологию. Благоустройство. Еще один слайд. Там показано, что вы тоже будете делать. Это что? Это Давай жилье, культуры, про это которое все? я говорил, это ЦНАП в Тамаковке, это полигон ТБО в Вольногорске, это ну, Троицкий собор, который там без единого гвоздя строительства продолжается, это реконструкция нескольких будинков культуры, один из которых самый крупнейший в Кривом Роге, это ДК Корочины, так называемые, которые давно требует реконструкции, мы его полностью реконструируем. И это очень приятная для нас вещь, мы строим два огромных парка. Первый парк в Каменском, который действительно очень будет современный, но вот если кто был, был в Харькове, видел парк Горького, да как это происходит. Вот мы хотим что-то подобное создать, передать на баланс местных властей, чтобы люди могли там приходить семьями там гулять. Это очень важно, где люди проводят свободное время. А это первое, второе мы строим тоже большой парк Вальногорский. Мы считаем, что там он важен. Мы нашли взаимопонимание с народным депутатом от Вольногорска. мы понимаем, что мы получим дополнительное финансирование из госбюджета на этот город, и мы построим там второй парк тоже. По поводу водоводов, вы их строили и в этом году, и у многих людей появилась питьевая вода. Вы не останавливаетесь и продолжаете это делать в следующем ну, году? скажем так, мы могли бы их, если бы мы два года ими активно не занимались, мы бы их еще строили много. Поскольку мы 90% водоводов построили, нам уже остались совсем чуть-чуть, которые мы рассчитываем в этом году закончить. Там есть два больших, вот в самом низу, выше Тарасев, Катамаковского района. И в Криничанках тоже огромнейший водовод, который мы будем строить, скорее всего, за счет средств фонда регионального развития. То есть это финансирование областного бюджета и ФРР. Кроме того, мы несколько канализаций реконструируем, те, которые требуют давно капитального ремонта, и восстанавливаем несколько старых водоводов, которые существуют, но они просто требуют замены. Кроме того, у нас есть еще следующий слайд, и там мы сможем увидеть дороги. У нас есть и система навизор, на которую мы наносим, да, вот какие да. проблемные участки. Вы ремонтировали дороги, проверяли и продолжаете это делать, насколько да, Да, мы рассчитываем, что если по итогам этого года на дороге из областного бюджета было выделено 500 миллионов гривен, то в следующем году эта сумма будет 700 миллионов гривен. И мы хотим, чтобы Укравтодор на свои дороги, печально известные, включая Днепр, Кривой Рог, которые, к сожалению, находятся на их балансе, а не нашем, и которые мы не имеем права ремонтировать, могут делать только они, что он выделит в следующем году, мы заявку написали 4,1 миллиарда гривен, чтобы отремонтировать основные дороги. Днепр-Кривой Рог, Днепр-Павлоград, Павлоград-Красноармейск, Днепр-Запорожье, царичанка Рештиловка, кабеляки два участка, О, один оптимизация, а второй... Жители. Нет, мы не осчастливили, мы понимаем реальную необходимость. И мы нашли полное взаимопонимание, мы объединили лоббистские усилия председателя Днепрога Валентина Резниченко и вменяемых народных депутатов от нашей области, которые понимают, что не несут ответственность перед своими избирателями, по каким дорогам они ездят. К сожалению, у нас произошла печальная история в прошлом году, когда местный облавтодор получил 500 миллионов гривен, в том числе 380 на ремонт трассы Днепр Кривой Рог, и ни копейки из этих денег он не смог использовать, техника на дороге не вышла. Это говорит о полном неэффективном менеджменте, который там был. Менеджмент там был заменен, в том числе и с нашей подачи. Мы надеемся, что новый руководитель службы автомобильных дорог, он при памяти, он понимает, что нужно делать. В данный момент, я точно знаю, он находится в Киеве и презентует перед поляком, новаком презентацию делает у Днепропетровской области, показывает какое количество денег нам нужно и что мы справимся и за эти деньги действительно построим трассы. Мы рассчитываем, что эти деньги будут выделены. К сожалению, дорожный фонд, о котором так все долго мечтали, который случился введение отложили на 1 января 2018 года. Если бы ввели с 1 января 2017 года, это облегчило бы нашу задачу. А теперь у нас есть просто обычная лоббистская работа по выбиванию денег из госбюджета в область мы будем заниматься. Ну, еще инвестиции, есть Европейский инвестиционный банк, да, вот еще вы будете э, софинансирование или, сколько я понимаю, будете брать снова кредиты или как Нет, это? Нет, мы кредит угу. брать не будем. Есть программа Европейского инвестиционного банка, называется ⁇ «Ведновленная инфраструктура для пострадавших, наследок боевых дней на востоке Украины ⁇ То есть наша область э, номер один по количеству переселенцев, это люди, которые стали уже жителями Днепропетровской области, э, увеличилась нагрузка на медицинские учреждения, на детские садики, на школы и так далее и на дороге в том числе. Были жесткие требования, что можно делать, там нет никакого нового строительства, там есть только улучшение существующей инфраструктуры. Мы отобрали 54 социально значимых проекта, включая реконструкцию массы больниц, амбулаторий и м, м, прочих медицинских заведений, мы отобрали школы, которые мы будем реконструировать за счет средств областного бюджета, за счет средств Европейского инвестиционного банка, прошли первую итерацию, нам утвердили 54 проекта, мы подавали на самом деле больше. И там был вопрос очень простой, что и выделяет деньги без из учета ндс а соответственно был вопрос кто дает ндс минфин госбюджет мы сказали что поскольку у нас область финансово спроможна мы хотим эти деньги получить как можно быстрее чтобы в следующем году все построить мы готовы софинансирование в размере 20 взять на себя а это нашло отклик у министерства регионального развития которое ведет эту программу это нашло отклик у ибо поэтому мы рассчитываем что к февралю к марту мы область эти деньги получит. Ну, а все-таки вы принимали в этом году бюджет уже на следующий год, учитывая, что минимальная зарплата будет 3200 или еще будут носиться какие-то изменения? Ведь все-таки государственный бюджет еще не принят. Смотрите, значит, минимальная зарплата 3200 не будет. Минимальная зарплата, если не ошибаюсь, последний раз поднималась на прошлой неделе, она составляет 1700 гривен, было 1600, стало 1700. К сожалению, есть там некая разница в понятиях. Будет 3200 минимально начисляемая заработная плата. Это означает, что если кто-то по тарифной сетке работает на одну на минимальную зарплату, ему нужно будет тарифную сетку сделать с коэффициентом 2 и, на руки, и начислять ему будут 3200. Для нас, как для области, это с одной стороны хорошо, потому что больше налог на доходы физических лиц, с другой стороны больше нагрузка на социально защищенные статьи бюджета. А, к счастью, мы смогли это скомпенсировать ростом доходов, поэтому для нас глобально эта ситуация не хуже. То есть то, что люди получат на руки больше денег, больше заплатят налогов, оживится экономика, с нашей точки зрения это хорошо. Но это наша область, потому что у нас сильный финансовый департамент, мы Понимаем источники доходов, мы смогли так сделать. Я допускаю, что другие области, которые не профицитные, ну как, как любят называть, а дефицитные, наверное, у них ситуация не такая радужная. То есть мы нашли способ, как с этим жить, ну, поскольку теперь такие правила. В любом случае мы понимаем, что такая норма в государственном бюджете будет. Мы понимаем, что она там прописана, при любом голосовании ее туда занесут, и поэтому мы уже свой бюджет считали исходя из этого, поэтому нам не придется вносить никаких изменений. Юрий Юрьевич, в 2016 году может было сделано много дорог. Расскажите, сколько дорог отремонтировано, сколько планируется в следующем? Более 150 дорог отремонтировали. В чем была проблема? Было две проблемы. Первая. Область никогда до бюджетной децентрализации не располагала таким количеством собственного финансового ресурса. Все строительства дорог, которые велись в области, включая Объездную, либо там дорогу Днепр-Запорожье, велись за счет средств областного бюджета. В области никогда не было проекта в реконструкции коммунальных дорог. Это первое. Второе. Все проекты, которые были, были там 20-летней давности. И третье: не было достаточного количества дорожно-строительных компаний, обладающих нужным количеством техники и банально асфальтовых заводов, которые бы могли обеспечить строительство дорог в нужном объеме. Потому что не проблема выделить деньги, проблема найти людей, которые смогут это качественно сделать, ну, как и в обычной жизни. Да? А поэтому, когда мы выделяли первые деньги, мы со всей области собирали не просто, какую дорогу вы хотите, чтобы у вас в районе сделали, а на что у вас есть хотя бы примерный проект, как это должно выглядеть, и потом их пересчитывали. Вот мы сделали в прошлом году. 150 дорог 16 дорог подрядчики переделали за свой счет которые делали в 2015 году из этих 150 дорог три дороги мы не приняли и подрядчики их переделывали потому что у нас не устроило качество при подписании акта выполненных работ в следующем году мы хотим сделать порядка 200 дорог мы точно знаем что если составить статистику на какую сумму закупилась строительной техники вот именно дорожно-строительной компании то эта сумма более 100 миллионов гривен только в этом году это платежей осуществленных зате с учетом того, что большая часть этих платежей лизинговая, и это только там первоначальные взносы либо ежеквартальные, за которые люди будут продолжать платить. Мы ожидаем, что в следующем году, если качественно сработаем мы, качественно сработает автодор и его филиал Днепропетровской области, то следующий год должен стать бумом дорожного строительства в Днепропетровской области. Кроме того, уже появились достаточной мощности, мы видим достаточно серьезные структуры, которые готовы качественно строить. Теперь мы в этом году приняли решение это была принципиальная позиция команды Валентина Резниченко о том, что все коммунальные дороги будут строиться только по проектам, созданным в 2017 году. Почему мы сказали, что наша работа над бюджетом начнется прямо сейчас? Потому что уже сейчас мы будем заказывать за счет средств бюджета 2016 года проекты тех дорог, которые мы хотим сделать в 2017 году. Со всей разметкой, со всеми знаками, с бордюрами, нужной ширины, нужного качества, проводить нужные экспертизы, делать это не в попыхах, либо доставая откуда-то из Нафталина старые проекты. А делать их заново, это облегчит, во-первых, проведение строительных работ, во-вторых, все дороги будут современные. Вот, поэтому это тоже часть показателя того, что бюджет здравосмыслен. Программа «Новизор», которая сейчас у нас работает, в принципе, много ли дорог охвачено, все ли нанесены на эту карту и действительно ли много проблемных участков? А -а -а, проблемных участков много, потому что дороги не ремонтировались последние много лет. А -а -а, нанесены все дороги, последние дороги доносят Кривой Рог до 31 декабря. У нас с ними подписано соглашение о том, что они это сделают. Там дорог очень много, но ну, город, там, понимаете, да, какой -то... если географически на него смотреть, да, они это вносят. Кроме того, почему это важно? Потому что при внесении коммунальных дорог, а мы внесли коммунальные дороги, дороги госозначения, выяснилось, что порядка 7% дорог они были, они существовали по ним люди ездили, но никто не знает, на чем они балансе. У нас на Новизоре каждая дорога имеет своего баланса держателя. Там есть четкая организация, которая отвечает за эту дорогу, и почтовый адрес и телефон человека, директора этой организации, который ответственен за ее нормальное состояние. Теперь можно понять, это чья дорога, кто ее должен ремонтировать. Мы ее должны ремонтировать, местный райсовет, либо Укравтодор. Ну, ничейных дорог много оказалось? Да, порядка 7%, потому что никогда не было единой сводной таблицы. Это вообще проблема нашего государства в том, что нет общедоступных единых реестров и баз данных, бы имели, которым бы имели доступ все государственные органы. У каждого государственного органа какая-то своя база данных, а если это где-то там в маленьком населенном пункте, это какой-то такой бухгалтерский грозбух, в котором что-то там в 56-м году ручкой записали и на этом закончили, и туда изменения не вносили. Вот мы это, когда все каталогизировали, сделали в электронном виде, оказалось, что да, мы по Находили дороги, которые попередавали на баланс: либо рай советов, либо рай, даже администрации, либо населенных пунктов, либо на баланс укравтодора. В этом году уже все ремонтные работы дорожные завершены, или еще и продолжаются? А, там последние штрихи уже заканчиваются. А на 99% да, но с учетом того, что мы очень жестко принимали по качеству работ, поэтому, если что-то нас не устраивало, подрядчики переделывали. При этом мы четко им сказали, что если вы не успеете сделать, то тогда останавливайтесь и будете доделывать в следующем году, но штрафные санкции вы понесете. Thank А гарантийные сроки вот этих дорог которые делают в зависимости от трех в зависимости от степени ну скажем так от степени глубины ремонта а там есть средний ремонт там капитальный ремонт от 3 до пяти лет вы говорили о том что сейчас еще все равно продолжаются некоторые ремонтные работы все-таки многие комментируют от... ну как привыкли комментировать что сейчас дождь уже снег даже начинает срываться как позволяют ли в принципе погодные Нет, условия ну, смотрите пока температура была выше нуля мы еще какие-то ремонты капитальные заканчивали если использовать правильные присадки то их делать можно в дождь никто дороги уже давно не делает, а проблема в том, что многие дороги мы когда на них выходили и смотрели, тот проект, который там был, он не соответствовал той дороге, которая там есть. То есть там мы говорили, что нужно положить верхний слой, а когда мы смотрели, мы видели, что нужно там два слоя снимать нижних и там все заново перекладывать. Поэтому еще у нас, мы по, по времени сдвижку получили за счет пересчета множества проектов. По поводу субсидий, вы начали говорить о том, что много людей оформляют субсидии. Все-таки сейчас уже получат люди платежки за ноябрь, когда был полный отопительный месяц. Насколько больше людей стало и обращаются ли они? Вы знаете, больше их не стало. Там просто происходит перерасчет. У нас в прошлом году было более полумиллиона семей, которым эта субсидия была положена и назначена. На самом деле мы в прошлом году всех хорошо посчитали, всем правильно назначили. Поэтому в этом году мы выйдем на ту же цифру. Вот на, по состоянию на три дня назад у нас в области было 485 тысяч семей, которые субсидии уже получали. Кто-то находится в процессе оформления, кто-то еще не спохватился, кто-то там подаст ближе к Новому году, но на 1 января мы на, на те же полмиллиона семей, которым субсидия назначена и выплачивается, мы выйдем. То есть субвенции из государственного бюджета все равно заложены те, которые вы называли, да. на них рассчитываете, они явно да. будут приняты? Да, оно все посчитано, у нас есть полное понимание с Министерством финансов, мы точно понимаем, какое количество субсидиантов будет, и это все прозрачно. Скажите, по поводу жилья нашим атошникам, вот все-таки принималась ли еще новая программа, продолжалась ли она в областном бюджете. Есть ли на это деньги или все-таки выделяет государственный Нет. бюджет? В вот областном это... бюджете на этот денег не было. В областном бюджете есть деньги на строительство домов. Мы хотим, у нас есть проект строительства большого дома для отошников в Кривом Роге. Мы рассчитываем его в этом году реализовать. Мы думаем, что на сессию в марте мы этот проект подадим, и за него депутаты проголосуют. Кроме того, в прошлом году, Думаю, мы купили 116 квартир и там. Показатель номер один: в стране ну, это значит, будет. Область, область да, угу. больше нас никто не купил. В этом году сейчас пришли деньги из госбюджета на семьям погибших. Мы точно понимаем, какое их количество, мы точно понимаем, кто где проживает. Но в этом году изменена форма. В этом году покупают не квартиры, а выдают деньги на руки людям. И люди уже сами с этими деньгами делают то, что считают нужным. Покупают жилье, снимают, кладут в банк на депозит, либо там платят за обучение ребенка и так далее. Сколько нуждающихся по области? Около 20 человек, тем, которые которым положена помощь из госбюджета. Кроме того, есть хорошая программа, инициирована Николаем Колесниковым, о том, чтобы местные бюджеты начали выплаты тем семьям, у кого ребята без вести, погибшие, без вести пропавшие считаются, либо те, которые находятся в плену, потому что их статус непонятен, а это вроде как не погибшие, то есть они есть, да, но им никакие там льготы не положены, мы хотели бы это за счет средств областного и местного бюджета в том числе компенсировать. Сейчас мы разбираемся, как это правильно сделать. В Покровском впервые сделали, достроили дом на недострой, насколько я понимаю. Вообще разморозили старый, да, вот сколько там, 10 или 15 лет он не эксплуатировался. Сейчас какая ситуация? Есть ли такие недострои в области, которые бы вы хотели разморозить? Их огромное количество. Мы просто смотрим на состояние с точки зрения инженерии, когда проводим экспертизу вот этого строения, которое недостроено. В Покровском, к счастью, было в нормальном состоянии, поэтому мы там 31 декабря этот дом сдадим, передадим на баланс местного совета и местный совет сам решит, кому квартиры вручать, там наверняка есть очередники, есть льготники, есть отошники и так далее. Мы в следующем году закончим дом в Царичанке, в Вербуватовке, в Верхнеднепровске. Точно такие же дома, которые стояли замороженные, мы их перестраиваем. У нас был очень, как нам казалось, неплохой проект достройки дома в Терновке, но проблема в том, что он стоит на в таком месте, в котором мы считаем его достройка нецелесообразно, потому что мы получим только проблему, грунт не выдержит этого дома, когда он будет достроен. И мы мы постоянно, когда общаемся с другими городами и районами, мы смотрим, у кого не хватает жилья. Ну, то есть, если есть города, в которых его действительно мало, что там можно достроить или какие законсервированные есть проекты, которые можно расконсервировать. Конечно, при условии, что они пройдут экспертизу. Но в Днепре очень много недостройки, я почему очень переживаю. У нас буквально было принято муниципальное жилье программа, и оказалось, что на очереди стоит 8500 людей, ну, семей, это очень много. Есть ли в Днепре такие недостройки, которые можно было бы разморозить, или за, вы не за, рассматривали? В мы не рассматривали. Почему? Потому что Днепр сейчас по бюджету, это по, ну как сказать, по качественно количественному показателю бюджета города, это второй город в стране после Киева с огромным бюджетом, у которого достаточно средств, чтобы такие программы реализовывать самостоятельно. Мы второй год сосредоточили свое внимание, это видение команды Резниченко, его поддерживают депутаты, на более маленьких городах, у которых средств недостаточно, у которых не проживает такое количество людей, а основным источником наполнения бюджета любого города является НДФЛ. Чем больше людей живет и работает, и компания зарегистрирована в конкретно взятом городе, тем больше размер бюджета. То есть условный Марганец, Никополь или Першатравенск больше нуждаются в помощи областного бюджета, чем Днепр. За это спасибо, даже приятно слышать. А все же для Наших воинов, которые воевали на Донбассе, для них предусмотрены ли какие-то программы в областном совете, в областном бюджете. Или, опять же, команда Резниченко, как всегда, будет самостоятельно да, там устраивать какие-то курсы. Ну, не какие-то, а курсы английского. Я даже не, ну, сейчас не буду поскольку перечислять. Поскольку мы уже два года этим занимаемся. Мы, у нас много программ запущенных. Мы не считаем нужным вешать их на областной бюджет, либо требовать да, какое-то дополнительное финансирование. Поскольку у нас есть для этого возможности делать это без государственных денег, мы это делаем. Это первое, а второе те дома которые мы будем строить по области, мы с местными властями договариваемся, что определенный процент в этих квартирах уйдет атошникам, тем ребятам, которые вернулись с фронта, либо семьям погибших и так далее. А третье, у нас есть центр помощи воина в АТО, и основная работа с атошниками идет там. Нам бы очень хотелось построить следующий реабилитационный центр для них, но, наверное, он уже должен быть не в Днепре, где один такой мы построили, они должны быть разбросаны по области. К этому бюджету мы подготовиться, подготовить такую программу не успели, потому что на Требует правильного просчета, где он должен быть расположен, чем он должен быть оснащен. Мы говорили что на основе Мечникова можно сделать, на базе. У нас Мечникова, Мечникова в госпитале ветеранов ВО уже один есть. Его недостаточно для всех атошников, но его для, 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 достаточно для существующих мощностей. Нам, нам, нас гораздо больше волнует отсутствие такого центра в Кривом роге. Нас mm -hmm. волнует отсутствие в Каменском, там, где много атошников. А нас волнует отсутствие там, такого центра в Павлограде либо в Терновке. Сейчас мы смотрим туда. Мы делаем ревизию э, медичной Своей областной мы хотим понять, на базе, каких медичных закладов можно такие центры построить. Ну и будет поддержка воинов продолжаться, и земли точно так же. Вот знаешь, что очень много проблем с землей было у атошников сейчас, вроде как все нормализовалось. Ну, смотрите, оно нормализоваться не может в принципе. Почему? Потому что мы заложники когда-то принятого решения нашим государством о том, что всем атошникам нужно выделять землю. Наше мнение, атошникам нужно выделять не землю, а атошникам нужно выделять деньги в определенном размере, которым, с которыми они сами будут распоряжаться и решат, куда их потратить. Почему? Потому что есть очень много случаев, когда ребята-атошники получают землю, целью дальнейшей перепродажи. Но только для того, чтобы ее получить, нужно пройти огромное количество процедур, и потом она все равно попадает туда, куда и должна попасть, там, на рынок земли, да, там, условно говоря, которого якобы в государстве нет, но он есть. А это первое. Поэтому, если бы можно было монетизировать эту льготу, было бы проще, и эта бы процедура была бы ускорена. Но поскольку такой закон есть, и мы как, как, как госорган его исполняем, это наша, плюс еще чисто человеческая позиция всех членов команды Резниченко о том, что оттошникам зеленый свет по всем вопросам. Да? Поэтому мы, конечно, Конечно, постараемся удовлетворить все заявки, тем более в этом году порядка 5000 точникам на руки акты постельного окраствования земельной делянкой получат. Мы говорили про экологические сборы, о том, что впервые удалось выиграть суд с Арселор Митл. Все-таки, как изменилась ситуация, экологическая ситуация в нашей области за последние пять лет? Стало ли лучше, легче дышать? Она, смотрите, я не думаю, что она стала лучше, и что мы с вами, как жители области, могли заметить какие-то позитивные изменения, потому что загрязнители как работали, так и работают. Спасибо но, за реализм, да. Да, но нужно понимать, что это палка о двух концах, это крупнейшие работодатели региона, там люди, там работают десятки тысяч людей, которые кормят свои семьи и получают. Здесь есть другой момент о том, что раньше все эти вопросы заманчивались, замалчивались и с властями как-то по-тихому решались. Мы первые, кто перестали эти вопросы замалчивать, это раз. Второе, у нас по всей области расположено огромное количество датчиков, измеряющих загрязнение окружающей среды выводящих на сайт ECDPUA в режиме реального времени. Этих датчиков с каждым днем становится все больше и больше. Каждый житель может понять, где какое загрязнение кто загрязняет. И третье, мы перестали о чем-то договариваться с загрязнителями, то, что делали предыдущие власти. И вот наличие положительных решения суда, в нашу пользу по взысканию с Арселора 72 миллионов, это как раз показатель этого. О том, что Арселор может долго баловаться, переносить сроки своей экологической программы с 2015 на 2020 год. Власти могут дол долго имитировать свою бурную деятельность, писать им гневные письма, вплоть до обращений в Кабмин, как у нас любят делать отдельные депутаты. Но пока вот это все происходит, на самом деле никому от этого не легче. То есть, как только было первое решение суда, вдруг оказалось, что Арселор настроен на конструктивный диалог, и теперь до них дошло о том, что программу нужно выполнять. Я не хочу там сейчас раскрывать все карты, но мы точно понимаем, что в течение ближайших трех месяцев еще два крупных загрязнителя в области получат иски в суды, и мы их выиграем, я вас уверяю. Экологический сбор, все равно вы назвали 400 миллионов. Это вот очень маленькая сумма для предприятий, которые загрязняют. Сколько их, кстати, по области? А, смотрите, их вообще плательщиков экологического налога порядка 2000, например. Да? Крупных загрязнителей, которых мы считаем, их порядка 30. Это те, которые там, ну, мы, мы относим к категории крупных загрязнителей, там, согласно каким-то там нормативам, существующим в государстве. Экологический налог, это немного не, мало, он такой есть. То есть в любом случае это самый высокий показатель по стране, больше, чем наша область, никто экологического налога не а есть одна проблема, это в том, что этот экологический налог с прошлого года находится в спецфонде и может тратиться только на экологические природоохранные мероприятия. С нашей точки зрения это не совсем правильно, это такой же налог, как любой другой, и он, может, он должен тратиться на все, что угодно, включая закупки медоборудования, либо постройку новых дорог. Ну, а возвращаясь к бюджету, хочется его более детализировать. Все-таки давайте вот в 2016 году что вы еще планируете сделать? Какие еще водоводы, возможно, отремонтировать? Какие, ну, про дорогие вы мы уже сказали? Сейчас порядка 10 водоводов заканчиваем. Вот мы сегодня на сессии один водовод в Никопольском районе передали на баланс местного совета. В течение недели он подключится к сетям «Облэнерго» и запустится. То есть мы его построили, провели пробный запуск. Сейчас он запустится вот сейчас. официально. Понятно. Да, ну вот на сессии депутаты проголосовали. Около 10 мы заканчиваем. В этом году мы сдаем еще областную детскую больницу, так называемый ненатальный корпус. Это то, что раньше было расположено в старом здании на одном этаже. Сейчас это пятиэтажное здание. Это четыре этажа, где будет поликлиника и верхний этаж, там, где будут выхаживать там, недоношенных дет... деток, которые мы туда закупаем оборудование. И строители с этого объекта выходят 5 декабря в понедельник, после чего его начинают вычищать, вымывать, а устанавливать оборудование к концу года оно запустится. Кроме этого, мы до конца года успеем запустить детский садик на жилмассиве Левобережный на 200 20 деток. Это такой же по вместимости детский садик, как на Слобожанской территориальной громаде, просто он чуть меньше по размеру, там нет ну, так называемых наворотов в виде там, соляной ком комнаты, либо там, большого там, мини-футбольного поля, либо еще чего-то, да? но тем не менее он комфортный, а современный, хороший, и там большая очередь в этом районе Днепра, и дети там, с нетерпением ждут, когда они туда пойдут. Это вот два огромных объекта, которые мы открываем. Кроме того, мы формально к концу года сдадим внутреннюю часть музея а то Мы сдали уличную экспозицию, сейчас мы сдаем внутреннюю часть. Я бы не называл это музеем, это скорее некая инсталляция, очень современная и ну, Просто надо там побывать, чтобы понять, вот что, что это будет. Открывать мы уже будем, наверное, после Нового года, когда все закончат праздновать. И мы в этом году дошли ровно туда, куда по графику должны были дойти, в реконструкции музея Героев Небесной Сотни и героя АТО, который устроим возле здания облгосадминистрации и облсовета. Мы выполнили все работы, закупили стекло, на которых будут высечены фамилии всех погибших. И мы в следующем году планируем уже весной, когда будет тепло, установить это стекло, закончить укладку тротуарной плитки, гранита и сделать озеленение и открытие туалета. Вы заговорили по поводу культуры. Все-таки какие еще, какие еще более культурные мероприятия будут сделаны в 2017 году за счет бюджета областного? Ну, во-первых, у нас будет бал атушников и волонтеров, которые мы делаем, они готовятся. Мы провели студенческий бал, а в этом году, если раньше у нас была, знаете, такая странная ситуация, когда у нас была так называемая губернаторская елка, хотя почему она губернаторская, мы долго понять не могли, была елка мэра, то теперь у нас в этом году это все объединено. А... Все, у губернатора больше нет личной елки, да? Ну, смотрите, у губернатора личная елка может быть дома, просто это пережиток Советского Союза, который нам остался, считали, что если есть руководитель, у него должна быть личная елка, которую он открывает. Мы не согласны с такой позицией. Это елка не конкретного человека, это елка всех жителей города. Поэтому... Где она будет и как будет называться? Она будет на Европейской площади. Мы договорились о проведении совместного мероприятия с городом. Город один, здесь нет смысла разделять горсовет, администрация. Мы все живем в этом городе, противостояние ветви власти быть не должно. Так и она будет называться как? Просто главная елка города? Да, просто главная елка города. Вместе с тем сейчас на главной площади, на Героев Майдана тоже устанавливают какую-то елку. Ну, смотрите, их может быть сколько угодно, просто их нельзя как, как бы, так сказать, привязывать к конкретным людям. И это, это, в первую очередь, любая елка должна быть елкой горожан, которые в этом городе живут. Ну, а смотрите, все-таки 2017 год мы уже говорили о заведениях культуры, мы говорили об образовании. Но вот с детскими садами. Вы сами сказали, что вот как раз будет открыться детский сад в том районе, где самая большая очередь. В 2017 году, ну, все-таки, я думаю, еще не удастся решить проблему с очередями в детский сады. не удастся. Но мы строим в 2017 году детский сад на 115 мест. В Обуховке это Днепропетровский район, ну, Днепровский сейчас. Мы строим в Подгороднем детский сад. Мы хотим построить детский сад в Ларионово, это семельниковский район и мы заложим в бюджет в сессию, которая будет в марте, еще строчку бюджет, детский сад в Романково возле Каменского. Это те населенные пункты, где, во-первых, а есть свободная земля, есть бюджетные средства этих районов, которые будут содержать эти детские сады. И есть огромная очередь деток в эти детские сады, где действительно их нужно строить. При этом у нас стоит амбициозная задача. Мы хотим их начать строить в следующем году и хотим закончить строить в следующем году. То есть мы не хотим растягивать стройки на два года. Здесь с нуля начинаете строить да. здесь сразу за год. Да, за год это вполне реально. Мы. Получили опыт на строительстве детского садика Слобожанский. Мы его построили за полтора года. Можно было его за год построить при желании. Мы получили опыт на строительстве Левобережного. Никогда столько в области не строилось. Сейчас строительных мощностей уже хватает. Поэтому в следующем году мы хотим их начать и закончить именно в следующем году. Кроме того, в силу того, что, смотрите, два года мы занимались тем, что достраивали какие-то объекты, которые ранее были недостроены. На это уходили деньги и время. Да? И на это тратился и человеческий ресурс сейчас мы хотим, чтобы с каждым бюджетом каждого года Днепропетровской области закладывалось все больше и больше строительства новых объектов. Не реконструкция существующих, которые можно реконструировать до бесконечности, а полностью новые. Либо чтобы, если это была реконструкция, то, как мы делаем с опорными школами, чтобы это была полная реконструкция, когда, грубо говоря, от старого здания остаются только стены и фундамент, которые можно использовать, все остальное, включая начинку, новое. Кроме этого, мы в конце этого года... Ну, в конце ноября мы получили субвенцию из госбюджета 97 миллионов на а, школы, которые находятся на нашем балансе, и там есть а, четко прописано, что мы можем за эти деньги купить. Это очень совпадает с нашей программой. Мы уже сейчас понимаем, что каждая опорная школа, которая нами будет реконструирована, получит современные компьютерные классы, современные классы физики, химии, современный спортинвентарь школьные школьный автобус, если не нуждается, потому что по нашим а, подсчетам и по тем расчетам, которые мы видим, область нуждается, еще порядка 20-25 автобусов нужно купить, чтобы она была обеспечена полностью. Дальше уже просто пойдет замена старых на новые, то что будет каждый год они а, выезжают в свой ресурс, их нужно просто продавать, покупать новые, чтобы дети ездили на современных. Но по крайней мере за год два а, систему образования, вот опорные школы, в которых съезжаются дети с районов, в которых там собраны лучшие учителя, в которых должны быть созданы все условия для а, деток. А, то есть вот за год это все можно решить. Год-два. Буквально в 2018 году, скорее всего, все уже будет решено. Юрий Юрьевич, у нас впереди идут холода, да вот декабрь. И готова ли область все-таки встретить зиму? Как полагается. Суды, не будет ли никаких проблем? Не будет ли коллапса? Нет, коллапса не будет. Во-первых, если с точки зрения дорог, то огромное количество посыпочного материала закуплено, техника вся приведена ну, в боевую готовность. И вот был когда первый снег там, в Синеликовском районе, с ним спокойно справились, буквально за два часа ничего страшного не произошло. А что касается с точки зрения теплоснабжения, с каждым годом будут ужесточаться требования нафтогаза по поставкам газа к городам. К сожалению, если долгое время на коммунальном предприятиях городов банально а, проходило воровство денег они не модернизировались не повышалась КПД этих котельных то рано или поздно денег которые эти коммунальные предприятия собирают с населения и с органов ну которые бюджетной сферы перестает хватать на осуществление платежей нафтогазу нафтогаз постоянно будет закручивать гайки и все города должны задуматься о том как модернизировать свою систему теплообеспечения существует два варианта первый вариант который мы в этом году сделали в Никополе в Марганце и в Покрове когда мы все всех субсидиантов, тем, кому положено субсидия, выделили деньги из областного, из местных бюджетов, они дома установили индивидуальное отопление. Кто-то электрическое, кто-то газовое, кто-то газовые конвектора, кто-то еще какое-то другое. А второе, мы вместо старых котельных ликвидировали местные КПТ, теплоэнерго, построили современные модульные, у которых ниже тариф, что немаловажно. Они более экологически ну, как бы правильные. Да? И третье, это то, что такого количества тепла в бюджетных учреждениях этого, этих городов, там, в больницах, в детских садах, школах никогда не было. Не были настолько горячие батареи, потому что выше КПД. Либо второй вариант, если это большой город, там Днепр, либо Криворов, в котором огромная теплоэнергия, значит нужно привлекать деньги европейских доноров, их полностью модернизировать, и для того, чтобы существующего КПД этих теплоэнергий хватало для расчетов с нафтогазом. Спасибо, спасибо большое вам за информацию. Я нагадываю, что мы говорили про бюджет области. У гостя Грани был радный губернатор Днепропетровский. Дніпропетровщини Юрій Голик. Я бажаю всім приємного вечора та гарного настрою. До зустрічі.